ситуации Кэлла Памфилова оказалась в центре очередного скандала, и становится понятно, что она не справляется со своими трудовыми обязанностями. Именно поэтому мы решили ей немного помочь и принять непростое решение. Мы составили вот такое вот заявление об увольнении, его нужно только подписать, ну и собрали ее личные вещи из кабинета. Конечно же, очиститель. Чистый. Вот такие вот вкусные и сладкие печеньки. Фильтр. Ну, вы знаете. Вот такую вот классную бороду, чтобы не пришлось каждый раз пририсовывать. И богатую... Серьезная биография. Эллы Александровны. Ну, а сейчас мы поедем и отвезем все это в ЦИК.